сегодня Новый год по китайскому календарю с 9 на 10 февраля. Всех, кто причастен, поздравляю. Всегда было интересно, как его отмечают, почему так долго, что делают, как украшают, какие обычаи. И вот все мы сейчас это наблюдаем и смотрим, очень интересно. И всегда хотелось их отметить, его отметить, но не было, как сказать, соучастников. И это просто было... О, кстати, сегодня китайский Новый год. А, точно, прикольно. А вот сейчас это имеет совсем другое значение. Как раз-таки 31 декабря тут особо никто не отмечал, а вот сегодня вся страна будет отмечать, и это очень интересно. В 12 ночи будет практически глобальная, как сказать, молитва. Все будет пахнуть палочками, всякими фейерверки будут зажигать, вокруг невероятное количество цветов. Вместо елки здесь мандариновые деревья выше меня ростом с плодами в гигантских горшках. Ну и вообще очень много интересного. И все-таки у них праздник больше религиозный, душевный, спокойный. Они ходят на пагоды, как они говорят, погоды, узнают, вытягивают там предсказания, общаются с монахами, узнают свою судьбу. У них все нацелено на духовное развитие и, ну и вообще как-то на себя, не на отмечание с точки зрения поесть, попить. Вот. А уже в первых числах они будут отмечать, входить в гости, там всякое разное, никто не работает, магазины закрыты. А вот в сам Новый год у них достаточно духовный такой подход, не гуляние. И это действительно логично.